Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Hades 2. Очередная попытка. Все будет не зря. В общем, без изысков. Хоть как-то пройти. Вулканический удар. Пойдешь. Самое главное, что изменилось, это у меня теперь два отпора смерти. Все-таки играть с факелами выгодно. Набираешь кости, кости меняешь на лунную пыль. А с лунной пылью это уже полегче, конечно. И хпшка чуть побольше. И отпор дополнительный. Идем дальше. Блин, 15 хп повторять, конечно. Такой фигни не очень. Посейдон. Такое себе. Получите монеты и хпшку. Иногда он также может достаться. И что это значит? Разовая акция? А можно кого-нибудь другого? Опять Посейдон. Молодец. Знаешь, что предложить? Побежали, побежали, побежали. И побежали, побежали, побежали. Вот так противник. И побежали, побежали, побежали. Да, здесь не срабатывает. Ну а чё рывок-то не срабатывает? Thank you.
что-нибудь дельное можно теперь предложить? Какой-то нектар. Какой нахрен нектар? Что за шляпа? Ману давай. Смешно просто. Так, ты мне что предлагаешь? Следующий предмет из колодца. Прекратится действие после битвы с двумя хранителями. Я не очень понимаю вообще, что это такое. Хрень какая-то. Надо что-то попроще советовать. А, и эта атака будет взрываться. Ну, в принципе, нормально. Луна. Вот у Луны есть лечение. Мне, в принципе, подойдет. Давай. Смотри, мне карточку VIP-клиента дали. Трансформация, я, кстати, мне кажется, не пробовал. Да и ночной росток я не пробовал. Воскрешаем случайного врага, погибшего в схватке. 12 секунд. Но вот тут ничего нет. А вот тут грибочки какие-нибудь собрать. За лунной пылью идем. Нарали на меня, как всегда. Какая-то хамка. Спуститься? Давайте спустимся. Какая фигня, прям все полнейшая чушь. Что вот это дает? Все стихии, ну и как бы, а что, я за это какие-то плюшки получаю?
Так, ваш хпшка минус 20. Ну, да, от максимума. На 4 схватки. После этого будете тратить меньше маны. Давай. Что фигня? Что это фигня? Всегда в радость. Сейчас мы посмотрим, какую радость. Ведь тебя так отмудохали. 50-й раз с тобой уже вижусь, а ты все так и не научилась гаммы. Ведь права чертовка. Потестен. Классика. Да тут невозможно, мне точно попасть. Надо прям в этот шар прыгать несколько раз. Чтоб типа не сработало, не, это точно не для меня. Полегче, полегче. Да понятно все. Твои оправдания и отмазки. Тихо, без этого, без клоуна играем, да? Так, ну что, теперь надо взять бабки. Чё-то бабок только мало дают. Как душно. Рыба на пару. Хорошая штука. Ну, а это наш товарищ. Давай, давай, родной. Погоди, погоди. Немного известняка. Сейчас.
Да отженись ты от меня, пазл. Так, а тут что? Just air. So. Oh, I mean, excuse me. Подарок мне некуда девать этот нектар. На вот. Спасибо, пожалуйста. How could I ever forget you, Narcissus? А это нарцисс? Ну что ты предлагаешь? Цветочки? А, это исцеление. Исцеление мне нахрен не упало. Где? Через 4 схватки вы восстановите 50% хп. Товары будут стоить дешевле на 30%. Давай вот это возьмем. Нужна мне эта Афродита? Наверное, нет. Бабки сохраню. Ну, здесь может быть как полнейший клоун, так и мышка. По-моему, нам достался клоун. Прилетел мне вообще-то хрена. Stick to the seas next time. Что предлагаете, бабушка? Текущее усиление. А, это ману восстанавливает. Хотя у меня и так мана дофига. Я ее трачу меньше.
Да, давай. Ну ты умница. Я этим воскрешением вообще не пользуюсь. Блин. А, это не отнимаешь или как? Я не понял. А, в локации будут до самого конца траться. Вот это надо взять. Пока заклятие не готово, вы наносите больше урона. Конец пути. Не, в хаос я не пойду, там же и хпшки отберут. 19 штук. Не, в магаз, может, полечимся хоть. Хорош. Так, ну-ка. Вулканический удар. Это хорошо. 5 секунд. Ну-ка давай-ка Гефеста еще спросим. Взрыв также обжигает паром врагов. Так что быть возьму. Ответственный момент. А, подожди, подожди. А бабки тут вот подрезать. 15 монет. Farewell, Lord Charon. Showtime. Да ты уж достал у меня тоже, тетка. Открывайся.
Не уходи. Тишина и покой. Так, и что тут еще есть? Ничего. Ясно, понятно. Could switch my keepsake. Так, а теперь внимание, вопрос. Что бы нам взять? Наверное, луковицу надо оставить на потом. Фонтаны восстанавливают на 20% больше. Ну как так? Еще случайный обычный дар переходит в категорию редкий. Ну как? Ну я скорее восстановить. А если мы опять вот раз и 100 монет. Снял кольцо, надел. Вот я бы так и мог нафармить. Столько сорей. Ну, 100, может, нет, конечно. Ну, косарик бы себе сделал. Брошь с гравировкой. Когда запас здоровья упадет до нуля, вы получите неуязвимость. Может, мне вот это взять? Адский зверь меня какой-то сразил. Мне казалось, я вообще скинул забег. Меня никто не побеждал. Ни хера не понимаю. Давайте тогда ману возьмем. It's so... Сначала прочищаем здесь от всех этих выродков, а то потом начинаешь бегать. Херня какая-то. Лучше бы я взял лечение. Но мне его жалко не предложили. Все, атакуют быстрее. Надо сосредоточиться. Надо сначала вычислить всех выродков. Yeah.
can get out now. Еще какой-то подгон от Гефеста. Здесь тяжелая элита. Но это не самое тяжелое. Тут есть какой-то чувак, который очень дерзкий. Этого человека. И все? Some glass rock. Немного обсидиана. Olympus, I accept this message. О, вот это хорошая вещь. Дают 15 брони в начале каждого сражения. Так, здесь что? Тут тоже драться надо? А, это Эхо. Ну и что ты, Эхо, предлагаешь? Дар Гефеста. Давай. I'm grateful. Grateful. Чем больше у вас земли, тем больше урон наносит ваши обычные особые атаки. А сколько у меня земля? Земля у меня одна. У меня 4 огня, зашибись. Я почему-то подумал, что это все земля. Ну, в принципе, вот молоточек, он может предложить мне раздвоение личности. Это увеличивает дальность. Это очень хорошая вещь. Мне этого не хватает. Наверное, кто-то сюда пойду. Follow the golden petal path. А гранату в следующий раз возьму. Хотя, это, конечно, тоже охерительно важно. Каждые 3 секунды у тебя будет взрыв происходить, или каждые 2 секунды. Разница супер колоссальная. Да успокойся ты. Хорош, он быстро как он. Стремительно. Хипешечка.
О, это сосущий. Ну как, эти должны были взорваться. Я думал, специально себе защиту сделал, думал, мне это засосет. Show me the way. Погнали. Давай-ка ты будешь драться. Ну куда ты там пошел? Жалкий трус. Давай, вот ты и дерись. Вот разделяется. Заряжаете атаку быстрее, меньше маны. Мана вообще там не закончится. Не, я думаю, разделение. Это дальность увеличивает, по сути. I think I'm finished here. Еще подарок Гефеста. Мне денег почти нет. Давайте посмотрим, может он что предложит хорошее. Olympus, I accept this message. Уязвимость. В начале схватки. Ну вот и все. You're very vigilant. I'll grant you that. Отличное начало. Ты откуда взялся, хрен моржовый?
сделано. Ну-ка, засоси его. Вот одни извращенцы. Куда ты? Отходи, ёб твою матрицу! Соси давай! Волки позорные, сука, как не дается. Ну где мой волк-то? А мой волк там застрял в текстурах, ну конечно. Начали одну жизнь. You're looking better already. А ты все тут прохлаждался. Понятно. С такими друзьями и врагов-то не надо. Но тут никакого подгона нет царского. Almost there. Вот смотри, как, блядь, надо было... Я подумал, что я возьму сейчас кольцо. Ну как так-то? Надо было взять кольцо, восстановиться, а потом взять луковицу. Ну, это же элементарное действие, ну... Ой... Ну как так? Как все? Призрачная луковица уже не действует? Ну какого хрена, простите? Что, там так мало хп было? Ну да. Just a few chambers to the house. Быстрый маршрут. We have not seen you in a little while. Вы давно их тебя не видели. Поскольку тут одни ловушки, тут надо сейчас самые безопасные варианты использовать. Никаких понтов, никаких тут. Сука, сломал броню. Какой мощный.
Охереть, это самое начало такое жесткое. No traitor to the house shall go unpunished. Ты? Отец! Зачем ты снова пришла? Ну, как, почему? Я же говорил, ты сольешь Кроноса. Ты прав оказался. Говорит, вообще гамать не умеешь. Вы наносите больше урона за каждый потраченный отпор смерти. Ну, если у меня было бы 100 отпоров, это было бы нормально. Я бы, наверное, все их потратил уже. Так, Кронос получает урон 20% хп. Погладить собачку. Цербер не дается? Фига себе. Cerberus, take care of him, okay? Вот зато видишь, какое место себе вычистил. Противников что-то маловато, надо добавить, все верно. Получай. Бесит. Just a few chambers left. Говорит, пара камер. Меня в этих паре камер так одну дохлую. Она не засчитывается, как будто потраченная. Что за херня? Я же хочу воскресить кого-нибудь. Что это за правило, дебильно? Мы сказали потратить ману. Я потратил. Я должен чуть что, еще кого-то убить?
А, он крысу, блять, это просто великолепный выбор. Крысу, таракана. Это здорово, попал. Ну, конечно, он мне не предложил то, что мне нужно. Молодец. Кончен уй просто. Давай, он говорит, у тебя будет на 10 щита больше. Засунь это себе в щит. Ух ты, рак. Да не хочу я к этому Гефесту вообще идти. Пошел он. Где магазин? Можно было что-нибудь купить. 500 монет вообще некуда деть. Кто-то там дерется на моей стороне. Traitors. Ах, какая-то опциональность. Магазин, например. Это полный отстой.
погнали, погнали. То есть опциональности не будет вообще никакой. А деньги можно засунуть все только в одно место. Как так-то? Мне же обещали. Это жесть прямо. Да давай уже, отступай. Скоро появятся врата хаоса. Скоро врата хаоса появятся. Отпор смерти. Вы двигаетесь быстрее. А можно рерол? Видимо, рерола нельзя. Ну и ладно, но не очень-то хотелось. А, магазин-то тут есть. Олимпус, я принимаю этот месседж. Давай штормовой бег. Remain unseen, my lord. А рерола у тебя нет? Хотя бы один гранат бы продал, сука. Открывайте, суки. Swim time. Опять гости. You slipped through my fingers before, only to return. Решила вернуться, чтобы я смог добавить тебя в свою коллекцию. Прошлый раз ты ускользнула. Неужели и впрямь мудрость досталась? Так, неужели и впрямь вся мудрость этого рода досталась одной Афине? You speak of your kin as objects to be put on display. Свое потомство с музейными экспонатами. Богам следовало порубить тебя на куски и выставить на всеобщее обозрение, а не выкидывать, словно мусор. Он говорит, ладно, все, хватит триндеть. Это не я снял ему так много, это обилка от базы. Кстати, он неплохо врезал.
как он меня всасывает. Что-то совсем плохо. А только 86 восстанавливает. Ты не сдаешься. Ну как так-то? Ну как так? Батя, где ты? Когда давно? Владыка Аид. Ты слышал мой приказ. Возвращайся в тень. И заклинаю, сбереги ее ради всех нас. Юная Мелиноя будет в безопасности, мой господин. Хотя бы в этом я вас не подведу. Прощайте. Goodbye, daughter. Прощай, дочка. А батя босиком ходит? А, мы за батю играем. Сейчас мы за батю, может, дадим матч реванш. Проверить. Воплощение ночи. Никс. Никто? Никс. Никто не молчи, проклятие. Не, превратили в камень, что ли? Здравствуй. А вот и ты, сын мой. Бороду отрастил, возмужал и собственную семью завел. Все такие жизнерадостные. А, все такие. Даже это место их не смущает. Отец, приветствую. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Прошу прощения, мы не готовились к приему гостей. Чем обязаны? Да я просто оказался неподалеку. Кстати, помнишь, как ты, Зевс и прочие молокососы разорвали меня на клочки, разбросали их по всему Тартару? Отец, это была война, которую ты же начал. У нас не оставалось другого выхода. Ну как? Я думал, тебя с нами больше нет. Поменьше разочарования в голосе. Это я тут разочарован. Ты думаешь, меня больше нет? Ты не ошибся, но злоба — двигатель прогресса. Как и кровавые жертвоприношения. Чего ты хочешь? Что ты сделал с остальными, с моей семьей? Не скули. Все в порядке, сын мой. Я их не съел. Просто занял ненадолго. Теперь они заперты в моменте, который никогда не минует. К ним у меня претензий нет. Олимп тебя покарает. Будь ты проклят, убей меня, но не смей трогать никого в этом доме. Ты привык отдавать приказы, и что совсем берега потерял. Это я буду тут приказывать. Говори, где скрываются Мойры?
Мойра, откуда мне знать? Даже никто не знает, где находится ее дочери. Почему ты спрашиваешь? Батя, батя. Ой, ну что ж. Давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Видимо, еще надо попыточку. А может даже не одну. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.